замерзли. Ну, согласна, товарищ судья, вы тут двигайтесь там, а мы тут... Согласен. Немного... Я уже как футболист, ты можешь на лавке придеваешься. Все. Я, конечно, не снимаю, как они. Постоянно голову и жопу вокруг. Леха! Ну так уже лучше. Нет. Конечно, ты все. Я же с тобой не могла. Даже подстаньки в нас на всякий пожарный. Я знала, что по Климину это все-таки плохи. Монтажники там все равно. Тренировка у нас что-то с... Ты добавил, да? Да. Да, вот так бывает, эти возили все 20 удары. А как Димя?
Блять, ребята, да мы же не теряем. Мы же не теряем, мы же не теряем просто. Так, аля, здесь. Ну-ка! Thank you.
Локомотива, я не знаю, они, ну, поедут или нет, я точно еду. А вот этот судья на машине? Какой? Куда он едет? Да. Давай! 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 Дав
Yeah!
Кстати, холоднее, чем на монтаже. Вода спрятана. Давай, давай!
Я постараюсь.
Давайте,
Нет, проверь! Это ты регулируй! Центр, А еще же не думаю, тут уже Тёма вообще дал. Он даже его Ну, если можно, да. Так трудно мне его повозить в машине. А вот это вот. Не знаю, честно. Не, я просто... Не, оно далеко. Что он хотел? Да просто спрашивает, что как мы играем, что это такое. Что они мне помогут, потому что на большое, а играть как-то не так. По-еврейски. И тут тоже второй. Да, тут осталось 12 минут. Лёха, Ангел выиграл, да? Да. Капец. На последнем году зачем? Да я видел. Да. А каждую неделю что-то новое. Нет, следующая игра в воскресенье, а вот через неделю у нас когда будет. Я говорю, какие-то люди озлобленные. Я за телевизор. Давай, давай, давай. Здесь поле получше, чем Спасибо.
Гол потихоньку назревает. Можешь ждать. А мы их ждать не будем. Я буду. А, с кем? А с кем ты рассказываешь? Я? Ну, может быть, кто-то. Я на такси еду. Просто этот же писал, ну. Я помню, только на пиво. Да, я ему написал, что как бы, ну, Россия закончится ровно в 9, на маршрутку успею. Если нет, то только такси. Он говорит, я в курсе, потому и спрашиваю. Чего спрашиваешь? Может, поедем никуда нет? Нужно было давать чипы. Петя договаривается, да? Да. За поле. Ну да, можно было в 4 начать и 8 закончить вообще идеально. Да. 12.00. Да, блин, мне кажется, будет то же самое, что с Франции. Если не хуже. Я с Франции уже на первом голу, я уже спал. Если не хуже, блин. Я вот вообще говорю, покажет нам, что такое германская машина. Состав у нас такой. Ну да, если состав боевой еще, ладно, так, конечно. Печально. Вообще, что, должны за мячиками бегать. 5 минут. А вы еще не синюю кофту? Это просто тут лежит какая-то. Ой! Они, походу, за своим не пошли, да? Выбили, не пошли. Там выжили, ну,
на болте. Я что-то ехал на болте, да? За что там? Ну, убили какого-то там, нашли. А. Мне писал где? Да я вчера читал. У вас первая школа вроде бы. Нет, там еще кого-то. А еще? Нас на западе вроде бы. Завтра все равно, да. У меня еще там есть еще. Да, можно привезти сюда. Только 4 штуки заказал. Я забираю. Ну, выходит, получается, 20. Я взял 24 заморозки. Три манишки. Короче, вышел с манишками, совсем они были классные. А если брать чистую заморозку, то вообще что-то посетить. Да открываешь, мне и так же уже ничего, честно, ну реально. Ну это просто что 24, если брать там меньше, то тогда не дал. Ну 12 выходило по, вот я первый раз брал 12, выходило по, по-моему, около 90. Я вообще болтал, боюсь. Ну так и не стоит, получается, 130, 140, 150. Да, прикинь, как я его учил. Ну да, меня уберет, да. Я уже его учил, я его не загорелся. Ребят, заявить можно будет после этого сам. Ребят, заявить можно после первого. Заявить, до заявить игроков можно после первого круга. То есть, ну, сейчас вот заканчивается первый круг. А сколько еще будет недель, первый круг? Ну, получается, 7-8 Браво, стой! А, там у вас одну игру. Ну, да, спите, я люблю.